Сегодня делаем чесночную настойку, можно сказать даже профилактическую. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. Делаем очень простую чесночную настойку, для которой нам понадобится. Самогон либо водка 1 литр, чеснок 5 зубчиков средних, душистый перец 10 горошин, лавровый лист 5 штук, соль 1 чайная ложка без горки и сахар 1 столовая ложка. Ну, я не медик, я самогонщик, поэтому я не могу на 100% утверждать о противовирусных и профилактических свойствах данной настойки. Однако, если мы внимательно посмотрим на ингредиенты, мы поймем, что самогон по сути спирт, который, в общем-то, ни один микроорганизм не любит. В том числе, поэтому он и применяется в медицине. Далее, чеснок. Ну, чеснок это известный природный антисептик. Далее, соль, перец. Ну, тоже известно, что все это применяется в кулинарии, чтобы сохранить ваши продукты. В частности, засаливается рыба, засаливается мясо. Поэтому можно утверждать, что различные вирусы, микроорганизмы тоже недолюбливают эти ингредиенты. Поэтому можно сказать, что, в общем-то, в какой-то степени эта настоечка действительно профилактическая. И мы попробуем ее сейчас приготовить. Первое, что надо сделать, это порезать чеснок. Не надо слишком мелко, но все-таки его как бы надо порубить. Чесночок мы отправляем в баночку. Прекрасно получилось, даже ничего не рассыпал. Сюда же я добавляю 10 горошин душистого перца, лавровый лист. Вот таким образом рвем и тоже сюда. Запах от лаврушки пошел сразу. Вот ощущается, что хорошая лаврушка. Так, теперь соль. 1 чайную ложку без горки. Сейчас попробуем зачерпнуть именно таким образом. Так, ну, чуть-чуть надо добавить. Вот. 1 чайная ложка и 1 столовая ложка сахара. Ну, пусть небольшая горочка будет. Или вот так вот. Вот все наши ингредиенты в банке. Теперь мы заливаем самогоном. Баночку закрываем, не забываем подписать. Теперь эта настоечка у нас уходит в темное, теплое место сроком на 15 дней, как советуется в рецепте. Но я думаю, что если вы поставите где-то поближе к теплу, там к батарее, она у вас будет готова примерно за 7-10 дней. При этом не забывайте, что первые 3 дня надо вот так вот обязательно настойку несколько раз в день встряхивать, чтобы приготовление было несколько быстрее. Вот и весь рецепт. Как видите, достаточно прост и получится достаточно, я так понимаю, душистая чесночная настойка, которую я советую вам отведать. На сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолий. Да, и не забудьте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. Ну а до ваших друзей, которые тоже хотят такую профилактическую настойку, вы, конечно, можете поделиться этим рецептом.